Мы сегодня будем готовить очень простой и очень вкусный яблочный пирог. Это насыпной пирог 3 стакана. Включите духовку на 180 градусов. Нам понадобится стакан муки, стакан сахара, стакан манной крупы, 2 яблока, разрыхлитель и корица, 120-150 грамм масла сливочного. Итак, приступим. Насыпаем стакан муки и стакан манной крупы. Мы будем сыпать разрыхлитель. 2 чайные ложечки. А теперь просеиваем муку разрыхлителем. И туда же добавим корицу. Посыпаем манную крупу. И все перемешиваем. И сахар. Все хорошо перемешиваем. Теперь мы режем яблоки. Начинаем насыпать пирог. Чередуем сухую смесь и яблоки. Сверху должна оказаться сухая смесь. Теперь на крохотной дырке натираем наше масло. Раз вошли, что мягкие, не приходят руками расплевелять. Чтобы у вас так не случилось, можно заморозить масло в морозилке. Теперь отправляем пирог в духовку на 40-45 минут. Наш пирог готов, и теперь мы будем пробовать. Вкусно? Да. Да. Ну что, похоже? На пирог из корицы. И сахар. Супервкусный пирог. Ребята, обязательно приготовьте его дома. И ставьте лайки. Всем пока!